Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Давно не рассказывал про Тронтчайн. Ну, что тут сказать, все работает, система работает. Когда-то я несколько месяцев назад скептически отнесся к данному сервису. Даже это не сервис, а уже такой достаточно крупный, можно сказать, крупный проект, уже 16 827 тысяч здесь денег крутится. В чем весь смысл? То есть работает он на монете Tron. Начинать можно уже, я вот слышал, что со 100 Tron, это $2.5. Ну, это совсем маленькие деньги будут. Я заходил с 1000 Tron. То есть что я могу сказать, рассказать, показать. То есть 310% здесь у нас вот получается лимит, больше вы не сделаете, 310% получаете, и эти 310% у вас получается заканчивается счет, и потом далее закидываете деньги. То есть заходил я на 1000 трон, вот сейчас уже выведено 1100 трон, то есть я свои деньги уже, можно сказать, отбил, и осталось у меня совсем чуть-чуть, 1990 трон мне осталось здесь получить. Все работает, раз в сутки у меня начисляется 1%, также у меня начисляются реферальные, когда люди, например, выводят, своя реферальная система удобная есть, то есть все работает, можете заходить. Ну, не сказать, что учитывайте свои риски, но, по крайней мере, система работает, и систему все хвалят, и в систему много людей уже зашло. Кто еще не в теме, можете заходить, пробовать. Свою миссию система выполняет, и все здесь вроде бы как под защитой. Сейчас я при вас буду выводить средства. Нажму «Вывод». Открывается вот такое окно. Идет подтверждение транзакции. Сейчас подождем, когда у нас обновится страница. Здесь будет нолик. Зайдем в кошелек. Кошелек у меня... Вот вы прекрасно видите. Даже я могу показать, вот они, плюс 10 мне уже капнуло на мой счет. Думайте сами, решайте сами. Конечно, можно рисковать где-то, закидывая огромные суммы денег, а здесь вот можно начать по чуть-чуть, а если вы еще и будете рекомендовать, это вам даст дополнительный доход в ваши кошельки. На этом заканчиваю, всем привет.